Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы ложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Опасный шашлык, как барбекю во дворе, чуть не обернулась трагедией. Утро, светофор, авто, ДТП на оживленном перекрестке. Кто остался в живых после ЧП? И на что готовы ценители искусства, когда все музеи закрыты? Расскажем. Мы начинаем. Пикник во дворе чуть не оставил хозяев без крова. Дом на Речной спасло чудо, признаются очевидцы. Сарай выгорел дотла. Люди вышли пожарить шашлык, сложили поленья, подожгли. Порыв ветра перекинул огонь на хозпостройку. Соседские дома тут же оказались под угрозой. Пожар потушили спасатели. Крыша, стены и 3 кубометра дров превратились в угли. Обошлось без пострадавших. Причина данного пожара устанавливается, однако одна из версий рассматриваемых является неосторожное обращение с огнем. Дом на Гоголя вспыхнул, как спичка. Когда на место ЧП приехали спасатели, здание уже вовсю полыхало, изнутри валил дым. Хозяин успел вовремя выскочить на улицу. В результате возгорания повреждены потолки, стены, имущество. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог. Оживленный перекресток, раннее утро, светофор, 2 машины. Казалось бы, не разъехаться сложно, но возможно. На рассвете здесь столкнулись грузовой фургон и Audi. Водитель немца двигался по Пушкина со стороны авиагородка и на перекрестке неравнозначных дорог не уступил «Фольксвагену». Грузовик ехал по Бахарова, главной для него дороги. Удар был такой силы, что фура вылетела на тротуар, снесла светофор, бордюр и турникет. В результате столкновения шофер Audi получил телесные повреждения и был госпитализирован. В этот же день близ деревни Бояры в 11:30 под колеса иномарки попал пешеход. За рулем Volvo сидел 37-летний минчанин. Водитель двигался по трассе Минск-Гомель на спидометре 130. Наезд был совершен на 31-летнего пешехода. В результате ДТП мужчине были причинены тяжелые телесные повреждения, от которых он скончался. Световозвращающими элементами он обозначен не был. В Могилеве задержали подозреваемого в краже инструментов со стройплощадки. Заявление в начале мая в РУВД написал представитель одной из организаций областного центра. В вагончик компании, который был припаркован на стоянке, проник неизвестный. Похитил 2 шуруповерта, 6 аккумуляторов с зарядным устройством. Общая сумма ущерба свыше 270 рублей. 2 днями ранее он без объяснения причин не вышел на работу, после чего незаметно вернулся в строительный вагончик после окончания рабочей смены, когда никого не было внутри. Без проблем попав внутрь при помощи ключа, мужчина забрал находящееся внутри имущество и ушел. Последнее он продал на одном из рынков города. Мужчину удалось установить с помощью видеокамер. Сейчас похищенное изъято. Ночь музеев. В Австралии мужчина проник в культурное учреждение, чтобы сделать фото с черепом динозавра. Осуществить задуманное молодой человек не сумел. Без малого 40 минут бродил по пустым залам. Во время променада захватил с собой что-то из коллекции. Арестовали любителя старины полицейские. Фигуранту предъявлено обвинение во взломе с проникновением. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Риенс. Увидимся через неделю.